Добрый день. Сижу дома в Петербурге, в городе на Неве. Обращаюсь ко всем моим коллегам, композиторам, музыкантам, к друзьям, к студентам, в общем, ко всем, кто меня видит. Хочу, во-первых, начать с печальной вести о кончине великого польского композитора Кшиштофа Пендерецкого, передать его супруге, его родным наше сочувствие. Последний раз мы с ним виделись в ноябре на фестивале в Ереване. Это был действительно великий музыкант, который в свое время перевернул музыку 20 века. А я вот сейчас вспоминаю золотые времена, когда у нас были замечательные в Союзе композиторов дома творчества, и можно было уехать на месяц, на два, и сидеть, и писать, и работать. И вот сейчас я этим занимаюсь, слава Богу, в Питере здесь, в моей квартире, где моя семья, сын и жена, и ужасно доволен тем, что наконец можно спокойно, без московских всяких таких быстрых, страшных будней, безумного какого-то голововращения, спокойно посидеть и заняться своим делом. Я позавчера кончил 6-ю симфонию, и чтобы не было никаких таких дубликатов с Петром Ильичем Чайковским, сразу на всякий случай начал 7-ю, чтобы было хоть что-то. Хотя, когда после 6-й симфонии Чайковский умер, тогда в Петербурге тоже была эпидемия, правда, холеры. Я не знаю, что хуже. Но, в общем, как-то вот такая вот комбинация, она меня немножко смущает.